Я провожу эксперимент с собой, отучаю себя от Ютуба, от бесконечного смотрения видео на Ютубе на разные темы. Тема здоровья, тема психологии, тема еды и питания, косметики, ухода за собой. Этот список бесконечный. Мне все интересно. Я себя отучаю, неделю хочу без Ютуба быть, но я опять влазию. Мне ж куда-то надо свою энергию девать, ее, оказывается, у меня появляется много. И есть энергия, которую я, конечно, на себя трачу, там ухаживаю за собой, но этого мало. Все равно перевешивает интернет, сайт, они хотят моего внимания, и я прям туда иду. Наговариваю на диктофон какие-то тексты, чтобы создавать опять видео и опять закидывать на тот же YouTube. Кто это будет слушать, неизвестно. Ну ладно, это я выговорилась. Но что это за бесконечный поток информации? Это опять выматывание моей энергии из меня, чтобы она только во мне не оставалась, что ли? А ведь она мне нужна для того, чтобы я чувствовала себя здоровее и жила бы без болячек, без каких-то психических и физических недомоганий. Но я почему-то добровольно что-то делаю, творю, создаю. Странно все это. Сегодня третий день моего эксперимента. Я проснулась поздновато, потому что вчера не могла заснуть. То есть просыпание было поздним, но я все успела, что утром делала обычно. Выпила водички с йодом, потом стакан водички теплой воды, чуть-чуть с магнезией. Это все нормально. Но я хочу сказать, что с утра, встав за компьютер, я стою за компьютером и не сижу, я начала... Короче, я зашла опять на сайты, где надо кликать рекламу и просматривать на Ютубе видео. Я сама их не смотрю, но я нажимаю, как будто я... Включаю просто, сама свои дела делаю, сейчас, допустим, записываю свои мысли на диктофон. А там у меня на компьютере само все крутится. Я как бы зарабатываю. Вот сейчас заработала 0,05 рубля. То есть за два видео я 0,1 рубль заработала. За два клика, да, по 20 секунд смотрела. 0,1 это если на наши тенге перевести, то я заработала 60 тенге. 0,2 рубля это 60 тенге наши. Подожди, может, я даже ошибаюсь, я в математике не очень сильна. Ну, не важно. Важно то, что я опять занялась кликандерами. Кликать и зарабатывать. Там действительно зарабатываешь. Вот всяких SEO. SEO. Сейчас вам скажу точно. SEO Fast.ru. Вот я там зарегистрировалась по-новому. Потому что старый аккаунт у меня удалили. Я когда-то работала лет 5 назад. Зарабатывала, выводила на вебмани, в Payeer кошелек, все нормально.
Потом проверила одну игру, когда можно на игры зарабатывать деньги. Там тоже оно работает. Какие-то игры убрались, а какие-то до сих пор работают. Можно проверить. И работала с сайтом. Короче, я перевела свою энергию с Ютуба на другие сферы жизни, которые запустила. Никак не отпускает нас система. Если у тебя освобождается энергия, она ее срочно переводит. Наша матрица переводит на что-то другое.